Весенний сезон охоты в Алтайском крае откроется 7 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. Однако в этом году охотиться можно будет не на всех разрешенных территориях одновременно. Их разделили на две части, чтобы сохранить поголовье серого гуся. Он гнездуется в некоторых районах края, и на момент прилета пернатых охота там будет закрыта. 7 апреля разрешено стрелять только проходящую птицу, а с 26 числа этого же месяца охотиться можно будет на селезня. Напомним, что за незаконную добычу пернатой дичи грозит административное наказание – штраф до 4000 рублей. Заплатить придется и за каждую убитую птицу в отдельности. Подробная информация, в каких районах и когда можно охотиться, есть на сайте Министерства природы.